方の良き青春の1ページになることを心から希望します。желаю вам, господа, удачного чемпионата и, конечно, победы. Традиционного и спортивного карате Донецкой Народной Республики. Мы сегодня присутствуем на очень замечательном событии. Это 12-й международный турнир карате имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Васильевича Горбатко. На данных соревнованиях наша команда уже принимает участие неоднократно, порядка 6-го раза. Вот, на данное соревнование, именно на эти, которые мы выехали сегодня, мы прежде всего благодарны нашему русскому центру, который являлся основоположником выезда данной команды, а также благодарим Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, благодаря которым мы сегодня находимся на данном соревновании. Ну, я как представитель Кировского района города Донецка хочу поблагодарить нашу администрацию. И в отдельности такой вот проект интересный «Открытый дом». Мы в его рамках очень активно работаем по направлению военно-патриотической деятельности. Но сейчас благодарим Федерацию за то, что она, так сказать, позволяет нам входить в члены сборной, активно выступать. И будем прилагать все усилия, чтобы достойно выступать и представлять нашу республику на любых аренах, и особенно, конечно, на российской. Отдельная благодарность нашим московским товарищам, которые пошли нам навстречу и совершенно, как сказать, безвозмездно проспонсировали наше проживание и питание. Благодарим, большое спасибо. А также пару слов хочу сказать. Вера Сергеевна сегодня замечательно выступила в индивидуальном кота, заняла второе место. Вот. Все наши спортсмены пока лидируют соревнования. Прошла первая половина дня. Вот. И мы готовимся к выступлению второй половины дня. Так что я надеюсь, что наши спортсмены покажут себя достойно.